Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинду Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жанно Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванчакалпатарувашкипасиндубевача Бадитананг Павуни Бхавишнабхибхьо Намо Намаха Мукхам Кароти Вачалам Пангум Лангхетагирим Яткипатамахам Ванде Парамананду Мадхавам Бриндавай Тулсидевай Пиявай Кешавасача Шна Бхакти Паде Деви Саттаваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскитта Нарунчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудира Санкиртане Кришна Катопадеше Гаурия Патрушо Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагодарану Дейям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчинутам Сараням Витаттихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качанда Маничатая Биспуржита Камипигабабадушва Дарши Пурнану Рагара Сасагара Сара Мурти Сарадика Майкада Кипам Каруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рам Харе Аджану Ламбита Бхужау Канука Бодату Шанкиртаной Капитару Камала Йотакшу Вишам Бару Дижа Бару Джугадхарма Палу Банде Джагат Прия Кару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Диббарупам Буктин Чамуктин Чадада Синитам Бхаванурупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибишита Бхама Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джоша Бхадане Лакшмир Джоша Чабхакшаси Джасьясте Хиде Самбит Твам Нисингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prasarito prema pijushara sasagre, chaitanya chanda prakutejya dino, dino evasa. Prasarito prema pijushara sasagre, chaitanya chanda prakutejya dino, dino evasa. Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru said that to understand what a kind of excellent this unique object Gauranga is. See, Gaur ki vastu. Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что, чтобы понять, насколько великолепен Гауранга Махапрабху, наш всепоклоняемый объект, мы должны оставить все виды сатсанги, даже во сне мы не должны совершать сатсангу. И вот Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, чтобы понять великолепие, уникальность того, кто является Гаурангой, Гуру Кивасту, чтобы понять его, нам так или иначе нужно оставить все виды сатсанги, даже во сне. Мы не должны заниматься сатсангой. Шрила Прабхупад говорит, если мы совершаем харибаджан, в то же самое время мы имеем связь с непреданными, и в этом случае результата мы не получим. Шрила Прабхупад говорит, все наши члены нашей семьи, друзья, прочие родственники, они все едят буквально ваш баджан, ну, отвлекают вас от баджана. И Шрила Прабхупад приводил пример, что насекомые, ну, подобно паразитам, у некоторых людей живут паразиты, черви, глисты всякие. Вот они едят еду, а эти глисты, эти полезные вещества поедают. И человек как бы вроде ест, а толку мало, поскольку паразиты, глисты все съедают. И также если мы пытаемся совершать харибаджан, и у нас есть какие-то паразиты в виде, ну, каких-то людей, которые отнимают наше время. И как-то отвлекают нас от баджана, то вот эта аллегория такая приводится с глистами, что они подобны глистам, которые сосут вашу кровь и, ну, и питательные вещества, и в итоге вы не продвигаетесь на пути харибаджана. Шрила Прабхупад приводил такой пример, но если вы превратно поймете, это в этом проблема. Шрила Прабхупад сказал, что, ну, пример приводит такой, что нужно сначала вылечиться от глистов, и тогда жить станет проще. И относительно баджана, когда вы совершаете баджан, поскольку каждый день мы пытаемся совершать баджан, и вот пытаемся совершать баджан, следовать Экадаши, Врати, Джанмаштами и все остальное. И в то же самое время люди делают какие-то негативные вещи, и таким образом плюс-минус, если, ну, и, в общем, люди делают позитивные вещи, которые помогают на пути баджана, и какие-то негативные, которые тянут назад, и таким образом все равновешивается, если люди примерно одинаково делают то и то, и в итоге стоят на месте. И вот эта уникальная техника харибаджана показана Шриманом Махапрабху, но кто следует ей, очень сложно. В тот день я говорил,
какая польза нашей парампары? Какая польза от парампары? Если наша парампара не может помочь нам обрести учение Шримана Махапрабху, то что толку от такой парампары? Почему нужно следовать ей, если наша парампара, наша гуру парампара помогает нам обрести подлинное учение, что я имею в виду? Это настоящая польза парампары. То, что через парампару мы можем узнать подлинное учение Шримана Махапрабху в его изначальном виде. И поэтому мы хотим следовать нашей гуру парампаре. Но я уже говорил, что в мантра-парампаре могут быть какие-то проблемы все время. Мантра-парампара не может помочь нам. Поскольку мантра-парампара, я могу привести пример. Например, и вот в киртане, посвященном Гурварге, Шрила Прабхупад приводит пример, как сгармонизировать манта парампару и бхагават парампару, поскольку есть только манта парампара и нет бхагават парампара. Как, например, до нашего Гурудева парампара идет, и после этого какая-то падшая душа становится гуру ачарьи, занимает его пост какой-то хитростью или еще почему-то, то манта парампара она обрывается, силы у этого ачарьи уже нет. И вот если вы хотите следовать, но если вы предубеждение у вас есть, то Шрила Прабхупад написал историю. Ну, так она называется. Один браман имел огромную веру в своих предков, отца, деда, прадеда и всю свою династию, и вот его прадед построил какой-то колодец прекрасный, и вот он использовал этот колодец, но два поколения уже прошло, и вот сколько лет, 120, этот колодец то ли протух, то ли вода там плохая стала. Люди спрашивают: «Эй, не используйте этот колодец». Я на Сурьякунде был, воды не было. Был один большой колодец, и мы ходили, набирали воду оттуда, готовили на этой воде, пили. Ну, единственный источник воды был. И вот люди просили, говорили этому браману: не пей эту воду. Как не пить? Мой прадед построил этот колодец, это ж неуважительно. В итоге он продолжили пить эту воду, отравились, и все померли. Шрила Прабхупад приводит такой пример у Падеши Бахани. То есть надо смотреть еще и на факты, и на изменившуюся ситуацию. То есть если вот в этом случае дед построил колодец, но через 120 лет протух или что-то там случилось, то нужно прекратить им пользоваться, иначе вот можно померить от отравления. И также, если парампара становится такой же протухшей, то смысла находиться в ней нет. И вот если вы в своей жизни сталкиваетесь с такой же проблемой, то вы должны связать себя с бхагават парампарой, чтобы обрести духовную силу. И в шастрах говорится, если вы примете такого гуру, который бесполезен, бестолковый, то толку от этого нет. Вам нужно принять настоящего гуру. В шастрах говорится,
Punoscha vidhina grahet vaishnavad guru. Again you will have to accept guru. И вы опять должны принять Гуру. Авайшнава мукхападиштам мантрена. Try to hear. I can connect it with Саман Махапрабху. You know. Авайшнава мукхадгирам мантрена нирайан бхаджат. Пунашча видхина грахет вайшнавапатма. Капат гуру на. Гуру должен быть настоящий, искренний, не какой-нибудь мошенник, как Раван. Он и саньясу принял, и данду носил, но он принял саньясу, чтобы исполнить свои грязные желания, чтобы похитить Ситу, Шакти, Рамы. И вот только ради этой цели он принял саньясу и цели. И если у саньяси такие цели, то саньяса, она очень опасна, как вот в его случае. И вот та шлока, с которой я начал, она очень важна. И вот смотрите, если манта парампара прервалась, нам нужно обрести связь с Бхагават парампарой. И если возможно, нужно принять прибежище у подлинного гуру в этой наставнической преемственности. Если нет такой возможности, то все же пытаться как-то поддерживать связь с манта парампарой и Бхагават парампарой. Смотрите, основа манта парампары в том, чтобы обрести Бхагават парампару. Если с помощью манта парампары я не обретаю связь с Бхагават парампарой, то что толку? И поэтому половину Шрила Прабхупад хотел вот в этом киртане показал, что половина идет манта Бхагават парампара, а потом манта парампара. И вот вы в этом вот месте это одно превращается, одно следует за другим. И вот Шрила Прабхупад хотел показать нам такой научный путь, что манта парампара и Бхагават парампара должны иметь одинаковое значение. Если манта парампара не имеет того значения, не проявляется как Бхагават парампара. Если в нашей манта парампаре нет Махабхагаваты, представителя Бхагават парампары, то она бестолковая. Некоторые люди прибегают к процедуре ритвиков. Я отвечу на этот вопрос в какой-то день. Сейчас некогда, но потом как-нибудь таким образом мы теряем, почему я хотел обсудить эти вещи, поскольку процедура, показанная ими, Шри Чайтанья Махапрабху, мы теряем ее, поскольку у нас нет научных представлений о том, кому следовать, как следовать, поскольку Горки Шарудас Бабаджи Махарадж, он не столь знаменит. Сейчас, как и знаменит, до этого никто его не знал. И таким образом непонимание может возникнуть. Шри Чайтанья Махапрабху хотел принести поток. Весь мир был затоплен этим потоком премы, который принес Махапрабху, и если кто-то не принял, как не оказался в этом потоке премы, то наверняка это человек, какой-то демон, как Агасу, Бакасу, Камса, Шишипала и прочие разбойники. Даже после явления Шри Чайтанья Махапрабху,
Если кто-то не получил возможности, окунуться в этот поток прямо, который затопил весь мир, то значит этот человек очень неудачлив. Поскольку как это возможно, даже животные все остальные, они обрели прямо. И вот Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур хотел сказать. Он хотел открыть наши глаза. Почему? Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, большинство из нас приняло прибежище у так называемых гуру, совершает экадаши, соблюдает джанмаштами, все остальные праздники, повторяем харинам, принимаем абхайни в Ганге, Ямуне, и также совершаем парикраму дхаммы. Почему мы не можем прогрессировать? И вот Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур говорит, что мы пытаемся что-то делать, но у нас нет идеи о том, как мы можем избегать оскорблений. Такой идеи у нас нет. Как избегать оскорблений Бхакти Деви, и поэтому мы не можем совершать идеальный баджан. Что-то пытаемся что-то делать, что-то теряем в процессе, совершаем какие-то оскорбления в адрес Бхакти Деви. Поэтому не получается у нас прогрессировать в баджане должным образом. И вот техника, принятая Шри Чайтанья Махапрабху. Я обсуждаю день за днем, но сегодня особо я хочу сказать, почему Шриман Махапрабху хотел, принял Мадхава Сампрадая. Есть разные мнения на этот счет, многие спорят, даже Гауди Матхи. Я просил их не публиковать какую-то книгу. Не хочу их называть, но... И вот какой-то пожилой Махарадж там был. Уже помер, и вот ему лет 80 было. Он очень уважал меня. Не знаю почему. Я был очень мал тогда, и вот он давал мне свои статьи. Ну, не все, какие-то статьи мне на редактирование. И однажды он дал мне книгу. Проверить его парампаре. Там писалось, что мы не в преемственности Мадхавы. И вот я прочел и спросил, попросил его, что вы. Старше меня. У меня нет права давать вам наставления, но как брат Боги, прошу вас эту книгу не публиковать. Почему? Поскольку наш Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупад, наша Гурварга, им будет очень как, неудобно за вас. И вот он так и не принял мой совет. Я сказал ему, хорошо,
money, you know. Somehow I'm living my life. So you can do one thing, I can read the whole book, provided you give me chance to write the positive thing. I am in Madhva Parampara, and you can write the negative thing. We are not. Very good. Махарадж предложил ему эту книгу переписать, чтобы это не выглядело как утверждение, а выглядело как дискуссия. То есть он приводит свои мысли, а Махарадж их как бы опровергает. И вот Махарадж отправился во Вриндаван. Пошел на собрание, посвященное Худо Прабхугурудева, и после этого, я смотрю, начали раздавать какую-то книгу. Смотрю, этот Махарадж уже опубликовал, напечатал. И до этого я встретился с каким-то этим. Начальником типографии. Я тоже попросил, если будет печатать эту книгу, ну, придержать, пока не печатать. Он как-то грубо ответил, мы не в Мадхва, не в Мадхва Парампаре, не имеем связи с ней, но я подумал, что толку с ним говорить нет. И вот, и потом я опубликовал книгу под названием «Каковы ваши сомнения в Мадхва Гауде Парампаре?» Мы с Сарасват Гауде Вайшнава, есть ли у нас Гуру Парампара или ее нет? И вот. И вот, в общем, Махарадж написал опровержение этой книжки. Ну, а тут Махарадж помер и ничего не ответил. И таким образом в нашей сампрадае есть предатели. Они, ну, как, не то что нарушают, они следуют принципам и заветам Шрилы Прабхупады. Бхактивинода Такура уже сказал, что те, кто находится в Гауди Сампрадае, он в читании Шикшамрити и других местах написал, Махарадж на английском опубликовал, и вот Шрила Бхактивинода Такура пишет, что те, кто принимают Гуру Парампару, Гауди Сампрадаю, Шрила Бхактивинода Такура пишет, те, кто принимает Гауди Сампрадаю и в итоге отвергают Парампару преемственность Мадхва Гауди Сампрадаю, они эти шпионы Кали. Они хотят какие-то беспокойства принести, а мы на 100% находимся в Мадхва Парампаре. Не то, что когда Баладев Видьябхушан был, и вот Баладев Видьябхушан, когда стал Гаудием, он не с тех пор нашел связь, нет. Люди заявляют такие ложные заявления, но это не так. Шрила Бхактивинода Такура такого не говорил. Тогда почему Гуранга Махапрабху, он принял Шрилу Мадхавенду Пурипада? Мадхавенду Пурипад и Ишвар Пурипад. Почему он принял их? Почему наш Шри Чайтанья Махапрабху принял связь с Мадхва Сампрадаей? Какова причина? Есть много споров на эту тему.
Рамануджачарья также написал много вещей, прекрасных вещей. Но Махапрабху хотел сказать, что технически... И вот Махапрабху сказал, что все четыре вайшнавских сампрадая авторитетные, поскольку в Падмапуране говорится, без связи с авторитетной сампрадая, одной из четырех. Любые из этих четырех сампрадай, с любой из этих четырех сампрадай у нас должна быть связь. Если мы принимаем Шри сампрадай, например, все же Шри сампрадай, мы должны проверить внимательно, все ли там хорошо. Мы должны молиться Бхагавану, но при этом быть искренними, чтобы Господь послал нам правильного представителя этой сампрадаи, поскольку если... Ну и там также может быть какой-то недостаток мантры с парампари, а Бхагават парампара, она компенсирует это. И таким образом в Падмапуране говорится, я могу привести пример, мой Гурудев спрашивает меня, мой сын, принеси мне воды Ганги. И вот так иначе Гуру Махарадж был в Миднапуре, и в то время я пошел на реку Аджаю, чтобы принести воды. Гуру Махарадж спросил воды Ганги, как быстро ты так пришел и вот принес воды из Аджаи. Но я же просил воды из Ганги. Но Ганги там нет. И поэтому мы должны следовать, вот, ну, понять такой простой путь, мы должны следовать Ганге. Если нас попросили воды Ганги, то можно посмотреть, может она разветвляется на несколько этих потоков, но все же мы должны найти изначальный путь, как Мандакини, тот же Ганга, откуда эта Ганга берется. Мандакини и Аллакананда — это одна из этих разветвлений Ганги. И вот если нам нужна вода Ганги, мы должны пойти туда, где эта вода имеет связь с Гангой. То есть либо Ганга, либо ее эти... другие русла. И вот вопрос может прийти, почему Махапрабху не принял Рамануджа сампрадаю? Почему? Я уже говорил лет 5 назад об этом, но сейчас я повторю, почему Махапрабху принял эту процедуру, почему Махапрабху принял Мадху сампрадаю, поскольку у нас есть информация, Шрила Бхактивинода Тхакура написал в Даммахатме, в Даммахатме. И вот там Бхактивинода Тхакура пишет, у нас четыре ачарьи, не четыре ачарьи, даже Шанкарачарья, Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишнусвами, Нимбарка, Шанкарачарья. Большинство из них кто нет? Четыре авторитетных ачарьи, даже Шанкар. Кто проповедовал Майяваду, он тоже пришел на Вадивдаму, чтобы совершать бхаджан, не только он. Нава, Ягентра, Чатуршвана, кто нет. Все они пришли
в Навадвип Дхаму Бхаратрадж. Все великие риши муни, они пришли давно, тысячи лет назад они пришли. Они знают, что это Навадвип Дхама. Даже Бхагират, вы слышали его имя, Бхагиратхун, великая личность, кто смог привести, призвать Гангу, не сейчас, в Сати-югу, даже тогда Бхактивинода Тхакура пишет, и мы в шастрах. Но мы хотим зависеть от Шилы Бхактивинода Тхакура, поскольку он даст нам суть, кто будет искать, изучать все шастры. И вот Шила Бхактивинода Тхакура пишет по просьбе Бхагиратха Ганга Деви. Она пришла, готова была прийти, чтобы спасти свое. Династия. И Бхагират с помощью своих аскез, тапаси, он был готов, и Деви. Это Ганга, в смысле, никто же может потерпеть мою силу, поскольку если я упаду сверху, то пробью землю и под землю попаду. Что толку? Кто может стерпеть мое давление? И Бхагират помолился Шанкару, сказал, что ты единственный, поэтому приди и помоги. И вот Бхагаван Шанкар был готов. И в итоге эта Ганга, она начала течь на голову Шанкара Бхагавана, и с тех пор Шанкар Бхагаван, он... Ну так он принимает Гангу с небес на землю. Ганга, вода особая у нее. Ученые изучали, выяснили, что там микробов почему-то нет. Как это возможно? Мой прадед и отец, они все. И бабушка, и они тоже пили только воду Ганги и долго жили. И вот Мудрик Видянити тоже перед тем, как начинать пуджи, он пил воду Ганги, но перед Арчаной по правилам даже капли воды нельзя пить. Но почему он пил? Для того, чтобы очистить себя, поскольку Ганга — это Брахмавасту. Бхагаван, Господь в форме воды, саунд Брама. Если Господь, Шабда Брама, Господь в форме звука может явиться в этой форме воды. И поэтому Пундарик Видянитхи пил Гангу, чтобы очистить, осветить себя. Он не пил ее с наслажденческим настроением, а просто чтобы очиститься. Кто-то следует Экадаши на основе этих для здоровья. Да. Если кто-то следует Экадаши для здоровья, это не настоящая Экадаши. И бывает, что кто-то постится и спит весь день. Лучше поесть фруктов и повторять святые имена. И вот если мы постимся, мы должны поститься так, чтобы это не беспокоило и не мешало нашей санкиртане. И таким образом Бхагират был успешен в том, чтобы призвать Гангу. Если нам нужна вода Ганги, нужно проследить, где она бывает, откуда течет, и набирать именно оттуда. И вот Шри Чайтанья Махапрабху по этой причине он показал нам, что Мадхава Сампрадая более она более практична. И вот какие-то сахаджи, они
Говорят, что мы новый сампрада, Гуранга Махапрабху начал новый сампрада. Они утверждают, что они с Гуранга сампрада или Кришна сампрада, но это неправильно. Обычно я говорил, что Бхагавану не нужно вмешиваться в эти дела, о том, как начать новую парампару. Это обязанность преданных. Бхагаван может сделать это чьими-то руками. И вот Шри Чайтанья Махапрабху не начал новую сампрадаю. Наш Бхактивинода Тхакур уже написал в Дамма Парикрама Канде. И вот так можно найти. Они все пришли, и особо Гуранга Махапрабху явился перед ними. Чатушван явился в форме золота, расплавленного золота Навайогендра Саптариши, Сем Риши, Бхардвадж, Мадвачарья, Вишну с вами, не Бхаркачарья, кто нет, Рамнуджачарья, они все начали баджан, и в итоге они стали цвета расплавленного золота. Но особо Бхактивинода Тхакур написал перед явлением Мадвачари, он явился и сказал: в эту кали-йогу я приму твою сампрадаю. Почему? Рамануджа сампрадаю разве не авторитетно, где Рамануджа? Кто такой Рамануджачари? Рамануджа — это младший брат Рамы. Младший брат Рамачандра, Лакшман. Он пришел в форме Рамануджа. И Мадвачарья, он Вайоватар. Это тоже авторитетно. Но наш Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, Шрила Прабхупада пишет, то, что когда все авторитетные четыре вайшнавские сампрадаи, и Махапрабху хотел, он все хотел это загармонизировать, просто добавя одно слово, и все эти четыре сампрады, они в гармонию пришли бы, и Махапрабху добавил одно слово, отчиньте бьеда, бьеда, только это. Махапрабху добавил только это, отчиньте бьеда, бьеда, татву. И после этого Махапрабху показал, как прекрасно все эти сампрадаи находятся в гармонии друг с другом. И вот может, это представлено как-то, но еще надо смотреть на суть. Если кто-то говорит как-то не так смиренно, как остальные, это не значит, что они говорят что-то другое или отдельно. Они говорят ту же самую сиддханту. Но кто-то из них, как Шанта Махарадж, жестко говорит, Кешав Махарадж тоже, Сидар Махарадж, наоборот, смиренно. И Кешав Махарадж, если он как-то говорит слишком жестко, это не значит, что у него нет смирения. Он как раз говорит так из-за своего смирения. Шрила Прабхупада тоже говорил, до тех пор, пока мы не достигнем успеха в том, чтобы показать свою преданность лотосным стопам Верховного Господа, мы не сможем говорить об абсолютной истине до тех пор, пока мы не будем преданы полностью Верховному Господу Парамешвару.
то у нас не будет силы говорить. Наш голос, мы будем бояться. Некоторые люди говорят, что Шрила Кешава Махарадж не саду, поскольку он говорит внешне как-то жестко или грубо, но это совсем не так. И вот Ачинтья Бхеда Бхеда Таттва в соответствии с нашим переводом, многие общества платят людям. Ну, сами не могут переводить, находят каких-то переводчиков по 5 рупий за страницу. В итоге переводят, ну, те, кто совсем не въезжают в тему, поэтому получается очень похабно и как сказать, плохо. And public reading that book, they have money for it now. They have money for it now. Their representation is very good. They can give Chandan saint in the book. People are very, ah, so nice book. Так и некоторые организации такие бестолковые книги печатают очень, на очень красивой, дорогой бумаге, мажут ее чанданом, чтобы они прекрасно пахли. Ну, а если бы, то есть внешне выглядит все красиво, что народ покупал, но по сути, посмотрите, кроме внешней оболочки, там ничего нет. И вот таким образом Ачинтья, значит, если мы переведем, Ачинтья, значит, непостижимо. Ачинтья — это то, что за пределами нашего... Это то, что за пределами человеческого понимания. И кто-то может начать спорить, если это непостижимо, то что толку отказаться от этого? Нет. Мы потеряем наше терпение. Ачинтья, если находится за пределами человеческого понимания, то что толку? Нет. За пределами этого ограничения есть нечто большее. Это абсолютная область любви. Where Krishna can take your shoe and put in it, which is impossible. Это та область любви, где Кришна может взять вашу обувь и поместить себе на голову, как вот, как в случае с Нандой Махараджи. Сам Кришна Парабраман, Парахилешвар, властелин бесчисленных браман, он носит обувь Нанды Махараджи на своей голове или помещает стопы Шримати Радхарани на свою голову. И когда мы достигнем этого уровня абсолютной любви, то там может быть невозможно. Когда мы достигнем этого уровня любви, то мы увидим это в другом виде. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил в Дашамула Таттве, Амнайо Праха Таттям Харимиха Сарва Сактинга Саддим, Тат Биннаншианша Дживана Пракатика Валитано, Тат Бимуктанша Бхава, Веда Веда Сакарамопи Харе, Шаданам Судда Бхактим, Саддям Тат Притимева, Ити Упадишати, Гоура Чандра Свайам Сва. Шри Чайтанья Махапрабху хотел сказать «Тат прити, прити».
огромное такое. Если кто-то пытается бороться с Кришной, то это... Но у нас что толку? Но у нас должна быть надежда, великая надежда, надежда Шри Чайтаньи Махапрабху и Бхарати Махараджа. Они говорили об этом. И я хочу сказать о том, как научно мы можем достичь того уровня, а если мы станем как безнадежными, потеряем надежду, что... Но нет, у нас должна быть огромная вера. Мы... Наша парампара, она уникальна. Бхактина Такур, Шрила Прабхупад, Гуру Кишор Баба, почему мы теряем веру? Если мы потеряем веру, все пропадет. Трус умирает много раз перед настоящей смертью. Харибаджан, он не для трусов. И кто такие трусы? Те, кто стремятся к деньгам, дешевой славе и прочему. И они боятся говорить об абсолютной истине. А мы не трусы, мы можем продолжать говорить с великим энтузиазмом и с огромной верой об абсолютной истине. Мой Гурудев Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж, он полностью предался лотосным стопам Шрилы Прабхупады. И если у нас есть связь с этой наставнической преемственностью, то мы тоже обретем эту силу. Какую силу? Та сила, которая у Шрилы Прабхупады, он передал ее Гурупад Падме, Гурупад Падма нам. Если мы находимся в его преемственности, но если мы отключились, отклонились, наша парампара оборвалась, то как тогда получить эту силу? И вот. И Махапрабху почему принял Мадхава Сампрадаю? Каково? Почему эта божественная техника принята была? Поскольку Бхактина Такур говорит, и Шрила Прабхупад говорит, хотя Рамануджачарья также. Они, когда Рамануджачарья, он разрушил Майавада Сампрадаю, опроверг ее. Рамануджачарья, он опроверг Майавада Сампрадаю. Я знаю одну книгу во Вриндаване, я видел. Парапакха Гири Ваджа. Рамануджачарья написал книгу, называется книга «Молния». Или палец для уничтожения врагов. Гуру Махарадж мне однажды отправлял, чтобы я купил эту книгу в Калькутте где-то там. Но не в Калькутте, поблизости где-то. И вот Рамануджа Сампрадай, они как бы хороши, но Мадхвачарья, Бхактина Такур говорит, и Шрила Прабхупад Мадхвачарья, он опровергал Майаваду более выразительно, более ярко, более явно. Более выдающий,
более выдающимся образом. И вот, в соответствии с нашей шастрой, я вам приведу пример учения, которое дано до. Еще в шастрах есть такое понятие «пурвапека», не могу повторить. Но смысл в том, что более поздние наставления, они более приоритетны, чем ранее. То есть, если Гуру Махарадж сказал нам что-то, когда мы были совсем зеленые, он сказал одно, потом, когда мы стали взрослыми, развились на духовном пути, Гуру Махарадж уже может сказать другие вещи. Вот эти другие вещи, они более приоритетны, чем то, что Гуру Махарадж говорил нам, когда мы были совсем новичками. И вот если мы спорим с Гуру Бхатпадмой, что вы 20 лет назад говорили одно, а сейчас говорите другое, что это глупо. То есть, если кто-то нам сказал 20 лет назад, и что сейчас это разные вещи, то было актуально тогда, а сейчас актуально это. И вот на санскрите вот такое выражение есть. Если какие-то наставления нам даны, или даны Чайтанья Махапрабху, и в итоге Чайтанья Махапрабху, будучи в Пурушоттамдхаме, дал много наставлений. Они и до этого давал наставления, не то Шукараши, но эти более последние наставления, они более актуальны. И а в случае Майвади, Сахаджиев и остальных тоже, может быть, наоборот. Я вынужден говорить это, поскольку кто-то скажет, что в виде винот. То есть можете наоборот быть. То есть бывают, люди отклоняются, или майвади становятся, или еще что-то. Поэтому нужно еще по ситуации смотреть. То есть это правило общее. Так, но бывает, что Гуру Дахи, Сахаджи, майвади, ну, бывает, люди отклоняются от духовного пути и говорят противоположное. Поэтому в их случае это общее правило не применяется. И вот была написана книга о Мадхвачарье. Один какой-то ученик Шрилы Прабхупады написал прекрасную книгу о Мадхвачарье, а потом, когда был под руководством Шрилы Прабхупады, а потом написал, оставив Шрилу Прабхупаду, а после того, как оставил Шрилу Прабхупаду, его учение, написал противоположную книгу, которая оспаривает то, что он сам написал раньше, будучи Шрилой Прабхупадой. И вот поэтому мы должны быть очень осторожны, аккуратны, поскольку наоборот тоже бывает. И вот это общее правило, оно применимо к авторитетным сампрадаям и авторитетным гуру. Некоторые люди достаточно глупы, вот мне кто-то написал, что я сказал, что Шрила Прабхупад может опуститься, он говорил, что может опуститься на любой уровень для настоящей проповеди послания Шри Чайтанья Махапрабху. И вот кто-то говорит, что в чем проблема, если какой-то ачарья очень сильно опустился, ну, и я якобы для проповеди. Ну, почему в этом случае к ним это не применяется? Если какой-то ачарья опустился, говорит какую-то ересь,
Ну, вопрос сам по себе глупый. Я не говорю. То есть, если совершать вайшнава парадху ради проповеди, как бы глупо. Я сказал одно, люди поняли другое совсем. Поэтому нужно уточнить, переспросить, если что непонятно. И вот сейчас я буду говорить о том, почему Махапрабху принял эту технику. Почему он принял Мадва Сампрада первое? Шрила Бхактивинода Тхакур говорит то, что, что Мадва Сампрада нам более. Она более ярко опровергает и уничтожает Майяваду более явно. И другое, Шрила Бхактивинода Тхакур написал, то, что если это сампрадая, особая, в этой сампрадае особая забота о виграхе, то есть ты здесь виграха считается, в Мадхава Сампрадае виграха считается божеством, не какой-то куклой, идолом или непонятно чем, а самим Бхагаваном. Мадхвачарья это очень ярко выражал. В Рамануджачарье мы можем найти Шакти Тату, там Вишишта Двайта Вада. Я уже говорил об этом несколько лет назад, приводил пример всего этого. И вот от Рамануджачарьи мы приняли Шакти Тату, но от Мадхвачарьи Махапрабху говорит более ясно, явно мы, он проявил то, что Виграха — это сам Бхагаван, я могу обнять ее. У нас должна быть огромная вера в Мадва Сампрадае, в Виграху. И вот Рамануджа Сампрадая, на пути Рамануджа Сампрадая, после долгого времени Рамануджачарья ушел давно. И после этого какой-то Рамананди Махарадж явился. Он хотел обрести связь с Рамануджачарьей, но проповедовал какой-то новый культ. Если буду говорить какие-то Рамананди эти и Сампрадаи, кто услышит, они будут возмущаться, поверить они не могут. Но Шрила Прабхупад сказал, Рамананди Сампрадая, они заявляют то, что у них есть связь с Рамануджи, но Шрила Прабхупад говорит, нет, не так. Я не критикую их, я кланяюсь им. Но Шрила Прабхупад говорит, нет, у них связь, она распалась. Можно посмотреть, что сказал Рамануджачарья, и то, что Рамананди с вами говорит, земля и небо, разница. И вот Мадхвачарья, я сейчас возвращаюсь к тому, насчет чего ведутся большие споры, что мы не из Мадхава Сампрадая. В чем суть, когда Махапрабху в процессе своей проповеди он отправился в Южную Индию, другие места.
Это заняло пару лет у Махапрабху обойти всю Южную Индию, вернуться. В то же самое время Махапрабху посетил много мест, здесь и там был. И вот он отправился туда. Куда? В Мадхвапит, вместо Мадхвачарья, в Урупи. И чудо, там может, нашелся Гопал какой-то, я опубликовал в Мадхва Гауди Сампрадай. Ну, в общем, хорошо опубликовал книгу, где написано, что Гопал был спасен Мадхвачарьи. Вот. Из огромного куска Гопичандана. И вот Мадхвачарья взял ее одной рукой, он был очень силен, очень могуществен. Много слонов не могли это поднять, вот этот огромный кусок Гопичандана. И тем временем эта скала буквально из Гопичандана раскололась, и там обнаружился прекрасный Гопал. Если вы увидите, вы хотите обнять его и поцеловать, настолько он прекрасен. Это картина, есть у меня изображение его, и после этого Мадхвачарья в процессе он много стотр, ну, в общем, шел куда-то и поклонялся ему, и в процессе стихи стотр в его славу слагал. Есть много с этих непонятных вещей, то, что конфузит нас, нелогичных вещей, которые мешают пониманию. И также идут споры насчет того, кому следовать. И где же найти настоящий источник, откуда можно обрести подлинное учение Шримана Махапрабху. И вот кто-то говорит о Мадхвачарье, какие-то ересь, кто-то еще что-то. Я уже ответил, но так или иначе, Мадхвачарья, что случилось? Мадхвачарья пришел с Гопалом, и он установил этого Гопала. Там как бы не надо устанавливать, он свапракаш, самопроявленный, но преданные делают, как Шивджи. Вот этот Шивджи из реки Нармада, он пришел ко мне по его милости, я вынужден был совершить абхишек ему. Если но этот Нарашива из Нармады, им не нужно абхишек совершать, но как можно на установку божеств, призвание божеств не нужно производить, поскольку люди может подумать, что я тут Шиву призывал, но он уже был там, сам Шанкар явился там сам по себе, без меня, как в реке Гандаки можно найти шалограммы, эти шалограммы. Их не нужно же устанавливать, можно сразу начать поклоняться, они самоявлены самим Бхагаваном. И вот ну, для людей это вроде как процедура, это призвание божеств было. И вот у Рамануджачарьи также есть Виграха Рамачандра. Кто-то может. Пытайтесь понять. Смотрите. Главное, Хануманджи Махарадж — это слуга Рамачандры. Хануманджи Махарадж — это слуга Рамачандры. И Бхима Сен — он главный слуга Кришны. То же самое. Бхим — он тоже Вайаватар. Хануман — он тоже Вайаватар. Паванпутра, Хануман. И вот так или иначе,
божества, которому поклонялся Дасаратха перед явлением Рамачандры, и это описано здесь, перед тем, как Рамачандра явился. Давно до этого, в то время люди жили по 10 тысяч лет, в Сатья-югу 100 тысяч лет, в Трета-югу сколько-то тысячу лет. Ну, в 10 раз меньше. Каждый в Сатья-югу 100 тысяч лет, в Трета-югу 10 тысяч, в 2 пара тысячу, а в Кали-югу, соответственно, да, 100 лет. И то до 100 лет не все доживают. Finally, this deity, which was previously worshipped by Dasarath ji Maharaj, before Ramchandra appeared in Ayodhya, our Дасарат поклонялся тем божествам в Айодхе, и этот самый Рамачандра, и божество Рамачандры, так или иначе, наверняка по воле Рамы, они пришли, к ним они поклоняются, как наш Мурари Гупта, он был привык, был Хануманом, он поклонялся Хануман. Махапрабху проверял его много раз, его веру, ништу. И в итоге он тоже обрел огромную любовь к Махапрабху. Это чудесно. И таким образом Мадвачарья, сампрадай, вот споры идут. Когда Махапрабху отправился в Южную Индию, то возник спор с ачарьей того времени. Там было сколько, 8 ачарьей, и вот какой-то ачарья того времени, и Махапрабху обсуждал с ними. И вот это описывается в Чайтанья Чаритамрите вроде бы. И вот там Девананда Гаудия-матхи, она была все издана под руководством Шрилы Бхактивиданты Вамана Госвами Махараджа. Там все описывается должным образом. Вамана Госвами Махарадж говорил на бенгале такие слова. И вот поскольку он находился в преемственности нашей, наставнической преемственности, ну и Махарадж говорит, что он не переписывал то, что уже написано Гуру Врага. И вот Шриман Махапрабху
имел возможность говорить, обсуждать садья-таттву с ачарьями того времени. И вот он спросил, что такое садхан-садхи-таттва, можете ли вы сказать, и ачарьи говорили, что-то говорили о какой-то карме, гьяне, ну, какие-то бестолковые ачарьи, о чистой преданности они не говорили. Махапрабху молчал, делал вид, что слушает. И вот Махапрабху говорит им, сведи меня, вы думаете, что я саньяси майявади, и не откройте нам мистерию Харибаджана. И вот Махапрабху говорил так, веди меня, что я майявади саньяси. И вот Махапрабху начал говорить то, что сказал Мадвачарья, и эти, ну, те, кто пытались его учить, они были ошарашены. Мы думали, что вы какой-то глупый студент, хотели научить вас, а тут вы, оказывается, знаете больше нашего. И вот они были удивлены, как водит человек майявади. Ну, так прекрасно говорит. И вот, но перед этим, когда Махапрабху... И вот, пример, приведу, если пересечь реку, там куча этих сахаджи и бабушки, сахаджи и бабаджи, они скажут, что они настоящие последователи Махапрабху. А вот здесь, в Майяпуре, всякие сахаджи живут, носят священные шнуры, шифановую одежду и прочую ерунду. И поэтому не надо туда ходить, парампара у них вообще никакой нету. Даже манджари сварупы не раздают, как у нас. Если бы они пришли ко мне, я бы опроверг всех их эти аргументы. Ну, не боятся приходить, как Ашватхаму выгнали, забрали все и прогнали буквально голову. И руки. So, everybody can think I'm a sannyasi. No, I have no audacity to express myself. I have paramahansa. It's audacity. So, it's better to come down. This is called come down to any level. That police has said to you, Baba can come down for and to any level. That is this. That's why I come down to this level. But it was impossible for me to. So many devotees say, you are speaking all jewels. But after that, still they can understand. They are misguided. So I'm bound to change. What wrong with me? Follow. So this way, Madhvacharya. И вот вам Мадхвачарья хорошо это
правиле Махапрабху сказал, что в нашей сампрадае только два. Но вообще Махапрабху, когда спорил с этим Майявади, он говорил об учении Мадвачари, но не говорил, что это Мадвачари сказал. That sampradaya have authentic link with Vachaitanya. They are staying with Mataji's, they are staying, you know, maintaining so many things which is prohibited, but they say we are falling or not. So only on the basis of this point, that Vidyavino, after leaving Prabhupada, took decision, this is the point, to go against, to attack Gauriya Mata, it is the Gauriya. Because Prabhupada told that we are Mata Gosa. Follow. And Bhaktivinoda Thakur told, so why not I use it? Hey, it is written there. You see, Mahaprabhu already told, Tomar Sampradaya dekhi this two symptoms I find in you. Not there. What Mahaprabhu wanted to say, that in course of parampara, you are going to lose. You are going to lose all the link, and now your Sampradaya maintaining this. Surely Mahaprabhu is not so foolish that Mahaprabhu can say, then Madhvacharya was wrong. But all they are going to misinterpret wrong way. So, that was говорит, о том, о проповеди Махапрабху. А почему он принял Мадвачарья Сампрадаю и основал Мадва Гаудия Сампрадаю и показал нам, почему более практично иметь связь с Мадва Сампрадая. Он сам никогда не хотел открывать какую-то новую сампрадаю, но Махапрабху показал нам особенность, которую мы можем обрести. Может, Мадвачарья открыто не говорил о Гопи Манджаре, но я могу показать вам, что в их сампрадае Шрила Прабхупад пишет, что это один Мадхусудан Сампрадая, Мадхусудан Сарасвати из Вриндавана написал письмо Шрила Прабхупаде, то, что он видел в этой сампрадае, что там 8 их ачарьи танцуют перед Гопалом. Я там не был никогда, поэтому не знаю, что там происходит. И вот на сегодня конец, завтра я продолжу The sloka I started with, we should remember. Prasarito prema vijusa rasa sagare chaitanya chanda prakrute yadino sadino evasa pancha kalpa darusha kipasindhya vishya patitanam pavanam bhavishya vishya 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 v